Нам знать ничего не хватает, 3% от аркана или от этого, от ханта. Саваж дает. Нет, 3% всего урона увеличим. Саваж дает. Сова дает что? 3% хосты. И 3% меткости. Да не, вроде что-то должно быть. Не-не-не, там только аркан, по-моему, дает их. Там ретрик еще дает. Да, он дает, ну вы же почитайте, что дает. 3% увеличения урона всего. Ага. А ретри, а аркан магии? Дает. А аркан вот на 3% могущества. Так, хорош пиздеть, 5 секунд. Выпили. РДД перебежали. РДД перебежали, блоки чума. Да, перебежали, подводи босс. Сейчас чума и ловушку тут. РДД перебежали. Санжура чума. Теперь подводи еще босс. Вот это перебежали. Если на РДД, то будет подводить босс. РДД перебежали. Диспел. Велики перебежали. Велики перебежали на танке аккуратно. Серва чума. РДД перебежал. Миники перебежали. Окунул чума. Еще одна ловушка будет. РДД перебежали. База. Хулиши ты дали прохил. На ком эти, блядь, от сферок лучи голубенькие, блядь. Выходите от рейда. Или отходите от них. Аделя. Особенно милики. Вас там слишком дохуя, вы рядом стоите. Рейд на тебе. Дайте, пожалуйста, ману. Луксор. Да, Инр войд по Луксору. Блять, стерва нахуй. Как ты, блядь, сдох нахуй? А мне не дали... Заканчивается, ману заканчивается. Вот, блять, уже там Инры все, когда я понял. Рейд, ставь тотем, этот хуль... Юля, гимн на ману. Холи щит опустили. Уйдите нахуй, короче, пизду вас, блядь. Инры, блядь, посливали на первой фазе. Вы что, конченые или что, нахуй? Перебежали.
Сфера. Вася, БР по стерве, хулишит по хулишиту. Войд по хулишиту, точнее. Раздали БР быстрее. Полечу, играем Геру, дали фул ДПС. Хулишиту отдельно дадите. Ну, БР, одна секунда. Прибахнули Приста и Друида. Реслин, дай мост... Этот... Фелиса, дай мостан. Заражение прохильте. Ну, ёб твою мать, нахуй! Вы что, совсем, блядь? Первые же, нахуй. Осквернения разбежались. Мася БР. Ой, это стерва, точнее. Осторожно. Стерва БР. Стерва. Окей, Фелиция, вставай. Фелиция, блядь. Он уже вставал. Он встал, сдох. Он встал. Он под заражение прям встал. Блядь, сколько раз повторять, чтобы вы не вставали без команды, когда чтобы на заражение не сдохнуть. Если вы конченый человек и не видите этого. Падайте нахуй. Ладно. За это, пожалуй, стоит дать. Так, теперь объясните мне, как вы нахуй на первой фазе, блядь, за 3 минуты нахуй высыхаете по мне, объясните. Что это за хуйня вообще? Вы там, блядь, в оверхилл отдаете всю ману или что, я не могу понять. Почему 3 на РКД, блядь, на первой фазе? Вы прикалываетесь, блядь? Это не это, блядь, не вторая, нахуй, это первая фаза ебучая. Пиздец, я в ахуе просто. Может, пусть один Адель бьет? Типа, от холи щита, мне кажется, как-то тяжело. Может, вообще не будем бить лучше? Этот ДПС нам важен. Да, то, что они там снимут эти 1.5%, блядь, это важно. Просто только видел, что холи сдох, я сразу тушку нажал. Поэтому можем. Потому что, блядь, 3 инера, нахуй, срата уже было на первой фазе. Я не посмотрел этого, блядь. Я говорю, ой, это инер, блядь. Я думал, он дал, блядь, вам. Нахуй, тихий лоб, блядь. У них маны бесконечные, если они только хотят. Сейчас запускаем бафить. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость. Мы даруем тебе быструю смерть, Ашиш. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Нет! Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаяния. Нам не сломан. Припоты пить. РДД перебить надо. Далеко стоишь, ловут покинется на тебя, подставишь кого-нибудь, милики прибежали, чука, чума.
Щука. Милики, перебежаем. Чумая ловушка сейчас будет. Милики, чуть ловушка. Покрутил чума. РДД чуть подвинулись. Милики, ловушка, РДД еще подвинулись. Ловушка чума еще будет. РДД ловушка. Мирая чума. Милики. РДД. Бэтль чума. РДД. Нальц, бери по возможности бурдалак от меня, пожалуйста. Я один у вас. Сколько кастеров, не знаю. Я же тебе сказал, по возможности, милики прибежали. Рислин чума. Милики прибежали. Ладно, сейчас будет. Рид тотем, Юля Гим. Быстрее, прямо сейчас. Отойдите от вурдалака. Аделя хулишит Апрахима максимально. Щука его по этим посвертам, как обычно. Лучики выносим. Места хватает, блядь. Он как стерва сделал. Красиво вообще. Вот на ком-то сейчас из милики. Стоите на похуй. Ну, блядь, ну... Господи, блядь. Есть, Тать? Есть, я в центре пока жду. Встанешь, мы будем переходить. Бой до шиммер парить, если надо. Перебежали, сверху добили быстрее, сверху добили. Полечу, поехали. Вставай. Инер и ребаф шамана. Геру дали. Настя Мастан. По валькам сыграли болевые. Осквернения разбежались. Дальше босс пэт. Сразу по малому кругу станьте. Ну, полумесяцу. РДД. И за спину ключу. Главное, чтобы за спиной ключу стояли одним местом. Вальки, осквернение, расходимся по чуть-чуть. От массе отошли все, по валькам сыграли. Дай массу круг, Наг. Да. Давайте разошлись. По рамбу дайте стан, или замедление какое-то. Ладно, рамбу все, пизда, забейте. Трусы и печеньку снимайте. Я легко не могу хилить. Да, он умрет уже, забейте. Трусы и ромб, главное, сбейте.
Мася, даже бы осквернения разбежались. Только недалеко разбегайтесь, блядь, чтоб хилы доставали заражение. А дармича отошли. Мася, прохили себя. Вставай, щука. Рибахните хранта. За спину ключу все стали, чтоб пальки полетели красиво. Арислин моста. Две вальки надо лить. Прохил. Только зябра прохильте. Расквернения разбежались. Валик добейте до 50%. От Бентли отошли. Ключа дальше бьем. Прохил на заражение. Быстрее подняли ключ. Так. Осквернение разбежались. Настя и Мана Тимон. Дармич, дай избаунд. От Криш Кинга отошли. По валькам сыграли максимально. Подводи к трусам. Забили на ромб, похуй. Трусы и, это, и печеньку. Заливайте. Забили на ромб. Ромб не бейте вообще, похуй на него. Он сам встанет, у него есть стать. У меня крит ошибка, говорю. Господи, как вы заебали нахуй. Арислин, забери тьму. Осквернения разбежались. Потом за спину ключу все максимально. Кунг отошли. За спину ключу. Все за спину ключу. Арислина прохил. Блять. Лексор, дай массакл. Да ёб твою мать, ну что ты, блять, бабл нажми, я не знаю. Ну чё ты такой, я не понимаю, блять. Ну неужели ты не видишь, а потому... нахуй? Да потому что лагает жестко. Ой, блядь, у вас тысяча причин, блядь, сука, такой... Ой, ладно, промолчу, короче, падайте, блядь. Не я же лужу от осквернения, блядь, увеличил. Она просто до меня дошла, блядь, а потом... Один крит ошибка, нахуй, другой, блядь, не может нажать, лагает, нахуй, третий, блядь, еще что-то, нахуй, я таки понял, блядь. Выключи, нахуй, все аддоны, не будет лагать. Они тебе, нахуй, не нужны, оставь вуду и все. Скаду нахуй, details, блять, рекаунт или что у тебя там нахуй. Да не в этом дело, я с ноута просто сижу. В одно ядро долбится, блять, потому что это старый Вовка, блять, он многопоточный, нихуя не может, блять, он в одно ядро долбится, блять. Ну так, блять, ну сделай что-то, или мы будем, блять, вайпаться из-за этого, нахуй. Ну так просто сложилось. Я не могу, блять, каждому сказать, нахуй, что ему нажать какой сейв, блять. Вовремя, блядь. Пока вы еще это нажмете, блядь. Блядь, все нормально было. Сейчас бы перевели, было бы неплохо все равно. Третья фаза была бы попроще, блядь. Главное, чтобы до берсы только хватило, блядь. Ты, по сути, вторая фаза не особо сложная. Кирилл, на второй перефазе также бьем, да? Ну, в зависимости у нас эликсор, блядь, лагать не будет. Нам бы еще одного кто попало, тогда можно было вдвоем бить. Так Кирилл, одного... просьба, можешь анонсить, когда вальки берут цель, а то я когда замечаю, уже полпути не прошли. В смысле вальки берут цель, блядь? А ты сам не видишь, когда вальки берут цель? Да говорю, когда я замечаю, у меня просто фреймисы включены, когда я вижу, что уже валька... Первых я еще вижу, вот когда уже вторые прилетают, где одни касты, ну, вот когда я говорю по валькам мастан, блядь, вот ретрик, это значит, что они взяли уже, и их надо бить. Осквернение, блядь, криво может выноситься только, блядь, в одном случае. Это когда, блядь, это вторые вальки, блядь, по счету, и шестые, блядь. Это которые валя и скип... валь... Это которые вальки вместе со сквернением, блядь, идут. И то это я вам просто сказал, чтобы вальки летели в одну сторону, чтобы удобнее заливать было, блядь. И то все равно, сука, блядь, Бентли полетел в другую, нахуй. Не знаю, вроде за спиной стоял. Кстати,
А позиционка так и должна быть? Типа, кто-то там вот в одной пачке стоит вдалеке от Лича, а не за спиной. А Мильки там только два Лока стоит, я и Квакозябарда. Ну, просто мы с Дермичом видим, там некоторые пачки просто отдельно стоят, свои ОПГ обосновали и улетают в другую сторону. Да, я за этим не успеваю смотреть. Фонарь эксперт по ОПГ. На Личе. Расковать? А перемаш ты угрозы монстров? Или заканчивать? Да, бэ. Где, блядь, мой ТПС, блядь? Они опять что-то понерфили или что? Иногда непонятно, что он Лича повернул. Ну, Блэкостат начинается, поворачивается и стоит до самого, блядь. И поэтому непонятно, спина у него или он просто повернулся. Да, можно скинуть. Пять. Все, приготовились. Припоты пить. Сейчас тогда перебежим. Все, заебало говорить про перебежали, просто буду говорить РДД или память попредить. Или Чукарь тьма. Да. 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 Фонарь мой. Дисплей. РДД. Сейчас ты в РДД кинет, будешь подводить босса. Милики. Чума. Мирая. Милики. Пизда нахуй. Ладно. Void, Bear, а они же там в центре лежат. Ай, зайдите в ловушку, падайте нахуй. Пизду нахуй. Дайте диваны. Здесь это точно работает. Масле, дай масле. А, он у всех КД. Ясно. Фонарь, ты всегда безупречно играешь, ты лучше. Чего его хвалите? Зазнаете? Кунка, ты лучший. Кунка, ты лучший. Топ ДПС. Меня можно. Да. Так что не уебывайся там.
Кунка, не подскажешь, куда мои вурдалаки пропадают? Кунка, твой вурдалак, считай. И серкари быстро пропадают. Просто чума так накинулась удачно. О, ну да. Вообще прям хорошо. Блять, что-то с хилами делать. Типа, блять. Нажание слабо будет. Прям очень слабо. Там два пала, да, надо. Хотя бы. Не, два пала, это понятно. Я и про друзьев. Слабоватенько, крепкий. Да хуя избыточного. Все, давайте бафать. Все тут. Я запускаю. Умка, модель. Ой, да. Добавьте сильный экспонент. Да, будет. Я ГП даю за всю хуйню. За каждый слаг. Правильно, как еще подсобесим? За хуёвое сквернение там и так далее. Хуёво будете в ебенях стоять нахуй, если вас и от заражения сдохнет, тоже в ебу ГП на. Если замечу. Приход убить. Да, Фелиса, чума. Если в РДД сейчас кинет, переводи пас. Милики. Конфел подъебало, шефель не подходи, если бы он сейчас клинул, блять, отправился бы в помойку. Сейчас чума и ловушка будет. РДД. Фонарь чума. Угу. РДД. РДД, официантка чума, переводи босс. РДД. Милики, ас, чума. Угу. Все-таки подошли, шерперю подъебало падать. Ой, блядь, я же вам говорю, аккуратно, блядь. Не подходите, шерперю подъебало. Ну, его держит чуть правее от рейда. Нахуя вы перебегаете так далеко? Стойте по времени. Вроде справа я перебегал. Кстати, да, я к РДД подбежал, меня там шотнул. Там конусом было, наверное, может, чуть вправо. Ну, я к вам не поворачиваю, это точно.
Я смотрю, ну знаешь, где Дермич шел, я там же шел. Потому что я не могу никак развернуться. Просто мы тоже мили ловушку, мы через РДД шли. И два сыркаря. Ладно, все, окей. Хорошо, значит, не выйдет нам. Вставайте быстрее резать. Рыбу я поставил и бафнемся. Давайте мы срез по всем дали, вставайте. Филиться. Так ты джуса у кого есть? У меня когда я оставил эти. Филиться, встань, зайди сам. Релогнись, если встанешь. Альтер 4 нажми, блядь, и перезайди вовку. Релог быстрее. Там он же стоит, починить и шкаф тыкните. Я только знаю фонарик, кто коляской умеет управлять. Губам дали? Кунка? Инвалидный? Чё? Ну, кто коляской умеет управлять? Кунка? А, блядь. Рид. Да-да-да, я там с Кодером на ШДБ общаюсь просто параллельно. Вот опять рыба не сжалась. Какого хуя? Ну, а ты успею, типа этот лич ресетнулся, и поэтому рыба слетела. Рыба просто протухла. Вот и все. Официант. Второй Реслин, третий Феликс. Кунка негр. Не нажала. Приготовились. Припод. Если уже заебало, пиздец мне. Пифа боптась. Пивко было вчера. РДД. Да тут тоже пиво, блядь. ХП только дохуя, блядь. РДД. Маси чума. РДД, переводи босс. Босс простой, ланжайны повеселее. Там думать немножко надо. Пох. РДД, вакозябр, чума. РДД. Сейчас чума ловушка будет. Пилица чума, милики ловушка. РДД. Так, РДД. Опа. Куда вы, милики, побежали? Сказал же РДД, блядь. Чуть ловушку не забежали, блядь. Милик, а не РДД.
Там, РДД. Подводи труп. Последняя ловушка, по идее. РДД. Хули шип-то где дали? Рит-то там был этот мудил. Со сверками от блэки еще отходите, просто РДД немножко левее. У вас там 6 метров раньше тактики фильм. Основ фонарей вон. Ну не беги фонарь, Милли. Мне надо духа собрать. Ну я понимаю, но... Ты же можешь его с рейнджа забрать, с аккаунта рейнджа. Он может ударить и ваншотнуть. Вермич еще есть. Натасу немножко дадит. И Мираем. Так, что-то стреляли. На пул духа фонария. Сфера, 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 сфера. Убили сразу, убили сферу. Духа подъебало, не подходить. Нормально. Все, полечу, поехали. Духа доклевывается. Геру дали в пул ДПС. Реслин Мастан. Поваляйте мне. Повалим. Остальные не разбежались. Встаньте за спину лечу и полумесяцем встаньте. Еблом в спине есть. Лечу. Осквернение. Готовимся чуть расходиться. Отмирай, отошли. По валькам сыграли. Печеньку. И ромбик. Ромбик замедлите. Дайте стан какой-нибудь. Ну киньте, блядь, замедло, оковы там что-нибудь. Я уже кидал. Там ебаните. Кокозябр прохилите. Массакру? Все, трусы хороним, похуй, не надо. Трусы ресните. Ой, даже, блядь. Осквернения разбежались. Вынесли осквернение. Дай ма. Настя. Алконфелло, отошли. Прохил рейд. Ой, БР. Давай сразу. Это подражение было. Перебафните рогу. За спину ключу максимально. Сейчас пальки будут. Арислин Мастан. Лужу дай. Рид. Я двел в ромик, прошу. Прохил алконфел. Осквернения разбежались осквернения быстрее. Дай сокру фонарь. Я в вальке. Да прохильте. Ладно, не надо уже. Ромб застаньте. Ромб снимите. Быстрее. Отлично. За спину включусь. Массакра? Да. Бой, дай инер по массе. Осквернение. Сразу разошлись. Дай стан по вальке. Лужу киньте. Дермич из баун, дай. По валькам активней. Пиздец, вот, конечно. Увели, блядь. Полечу бомб. Заражение прохил. Осквернение. Разбежались и потом за спину ключу все резко. Прохильте заражение. Кунку прохил, официантку прохил.
Все, за спину ключусь, я быстрее. Люксоры отошли, за спину ключу. Все в одну кучку встали. За спину. Отлично, меня бить не надо. Дай с моста на официантку. Прохил заражение. Блять. Меня поднимите немножко. Угу, спасибо. Добейте последнюю лань. Остальные не разбежались. Потом за спину ключусь. Прохил заражение. Люксор, дай сокру. От меня отошли. Реслин, ну у тебя тьма стоит сейчас. После еще заражения дальше ма. Реслин, мастан. Давай, ма. По рамбу сыграйте. Кокозябра похилите, он там далеко полетел с заражением. Осквернения разбежались. По печеньке играем. От фонаря отошли. Все, леща к краю веди. И полечу все, поехали. Прохил заражение. Прохил, прохил, прохил. Кокозябр прохил. Кокозябр, что так далеко? Сказал, блядь, к краю подходит. Да я почти у босса был. Эма на лед, готовьтесь, давай. Эма на лед. Готовимся, давай. Дай сокру, если есть. Или есть маунт что-нибудь. Прохил, прохил. Хулишита прохил, хулишита прохил. Подождите. Гневного. По сверкам активнее играть и выносить эту хуйню. А этот, блядь. Синдрицу на тебе там, по-моему, блядь. Только не подъебало гневным. Иннерт, киньте, пожалуйста, Луксор. Люксор, этот, все, уйдите на шипа, уйдите в пизду. Уйдите, уйдите. Не-не, у меня есть мана, я заранее просто. Нахуй. Там сфера дохуя, сферы лучше заливайте в пизду. Не спал. Главное выносить эти, на ком эта хуйня, лучи. Хули шит на тебе, блядь, чё стоишь в центре рейда, блядь? Блядь, Масю сдох. Стерва, как только перейдем, дашь БР по Масе. Мася, не вставай сразу. Есть гим? Прохил. Дай гим, хули шит. А, уже поздно, блядь, переходим. Сферы добейте, сферы быстрее, сферы, все РДД сыграли. Гневному подъебал, не подходите. По гневному сыграли. Так, все в печеньку сейчас. Сбегаемся. Прохил, прохил, прохил. Все в печеньку сбежались быстрее. В печеньку сбежали все быстрее, 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 быстрее. Блять, куд... Все, побежали. Дай сокру фонарь. 20 секунд. Бегите за печенькой. Прохил. Дальше побежали. Проходим сюда. Прохиливайтесь тут. Быстрее, 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 за печенькой. Чё вы так долго пишите, инвалиды, сука, тупорылые, нахуй. Сюда пробегаем, хилимся. Всё, дальше побежали. Прохил тут максимальный, стоим до тоталова. Сука, ебланы, блядь, подохли, нахуй. Да я умер, по счёте. Чуть вперёд дали. Да, я видел, как вы во мне. Осквернения разбежались. За печенькой бегать не можете, нахуй. Мася, дай БР по Люксору. Духа добейте, заклюйте. Ставь тотем, Рид, если есть, или уже ставим. Я ставил уже. Стерва, Иннер по Люксору. Свернение, разбежались. Переводи к центру, там сейчас комната должна быть. Он застыл? Он застыл. В смысле, блядь, застыл? В прямом. Посмотри, Дермичи, и где Лич. Сука, высерусь, блядь. Ну, бейте тогда. Багнулся, походу. Духи Маш... летят. Они летят, они стоят на месте. Все, тихо, не двигайтесь, главное.
Посквернение только может быть, главное увидеть. Вот, стрим вырубай. Да, это, блядь, бред какой-то. Да, наоборот. А может, я такой первый, я такой, нет, так не должно быть, я такой первый раз вижу это сирус.су. На стриме это уберите только. А, побежал. Осквернение, разбежались. Там вали, летят. Все, дальше отводи, блядь, дальше отводи, блядь, фонарь слови сейчас балом или чем-нибудь там. Духов, за спину ключу все стали, разворачивай. Всех поймал. Хорош. У нас же два где? Ладно, похуй, бейте. Сейчас осквернение будет. Осквернение вынесли? Осквернение вынесли? Только не под боссом, блядь. Не насрите, пожалуйста. А там два духа застыло, кстати. Похуй. Это Дели отошли. Переводи леща, только не там, где духи, а левее. То мало ли, блядь, хотят спуститься. За спину ключу. В печеньку все сбегаемся, в центр, блядь, я буду стоять в центре. Прохил, сразу в центр сбежались и прохилили. Быстрее. Все, побежали, 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 бежим за печенькой. Ждем пока. Прохиливаемся. Дальше побежали. Прижались, пока тут хилимся. Дальше побежали. Налево заворачиваем, в угол самый, стоим, хилимся. Побежали вперед. Дальше, дальше, дальше пробежим эту сферу. В пизду за там кто-нибудь застынет. Все, вот тут хилите. Еще вперед там три шага сделали, чтобы не ебнулось. И сейчас выходим. Разбежались осквернения сразу. Разбежались. Там духи сейчас полетят. Они вроде стоят. Летят, летят. За спину ключу быстрее. Слови, слови. За спину ключу все быстрее. Прохил. Ревностный. Кама у всех. С Гера откатила. Пока не надо. Дальше не смогу поймать. А не смогу поймать. Осквернение разбежались. Осквернение разбежались. За спину ключу и Геру давай. Давай прямо сейчас Геру похуй. Дал. Осквернение. За спину ключу дамажимся. Фонаря сейчас максимальный прохил. Держите фонаря. Держите фонаря по прохилу. Прожился. Все, поймал. Жаль. Прохиливайте сейчас в центр, сбегаемся, прохил. Бля, сейчас Рид сдохнет. Писта нахуй. Прохил, прохил, ну прохил, ну прохил, прохил. Эма на тьму, блядь. Все, побежали в печеньку. Прохил, прохил, прохил. Ну поднимите, сами подхиливайтесь. Налево бежим, сюда, за печенькой быстрее. Прохил. Дальше побежали. Сюда бежим, тут хилимся. Блять, БРов нету нахуй. Побежали чуть-чуть вперед. Аккуратно, бомба сейчас ёбнет. Все, дальше побежали. Сюда в угол забегаем, хилимся, шкиримся. Все, вперед побежали. И налево в самый угол заворачиваем. Сейчас выкинем с комнаты. Осквернение, разбежались. За спину ключу встали. Там духи. А, духов нет. Ключа бить. Бурсты там перепоты нахуй жмите. До скольки? До 11 надо или на хуй? Дымажьте, блять, ДПС нахуй больше. Нажимайте на кнопочку, блять. Там уже перса сейчас будет. Войт упал. Дамажим, дамажим. Похуй на сквернение, дамажим просто босса. Не выносим нихуя, дамажьте босс. Все, блядь. Блядь, сдох. Наконец-то, блядь. Да ну мы еще не прям много траили, ребят, так что это. Молодцы. Но это не совсем молодцы. Честный хил был, к слову. Ну, там типа, ну, провагал очень. Сколько он? 10-15 секунд стоял? Не больше. Если не стричь. 4% или 5% мы сняли по багу. Вы, блядь, вы что там нахуй в первой комнате, блядь? Я ровно за тобой шел. Там, блядь, я, либо, я типа, я все понимаю, но типа, либо у меня лагало, блядь, либо вы там, сука, паровозиком шли просто, вот, блядь, чух-чух-чух, нахуй, я вам отвечаю, не, блядь, вот у меня на экране это было видно так, блядь.
Ну, я не знаю, значит, вот я тебе объясню, как было. Я просто в этой комнате первый раз в жизни, я пока сориентировался, вот где печенька, потому что все реально шли паровозиком. Растерялись. Извиняюсь, но когда я в этот захожу, ну, у меня секунд 5 вообще никого не видно. Так это у всех так. Все это у всех такая хуйня. Это высерус.су что-то сделал, блядь. Сорян. Не, ну, может, лагало просто, а потом я... Печенька, кстати, печенька, да, раньше нормально было. Комнату моментально кидала, сейчас 2 секунды ждешь, пока все заспавнятся. Да. Мы что, делаем ставки, чего упадет? Митриас. Уже 12. Иглора. Два Криса, ебать, на это. По-любому, блядь. Там Джайна осталась. Митриас, Иглора. Чекайте. 13-ку давай. Там мне как раз деле быстроты все закончилось. А чего, может будет еще 10% добивать? Аркус и Митри. Это на ФК, наверное. Они уже убрали эту хуйню, там не добежал. Это ФК, скорее всего. Какой ФК, блин? Ну, типа, кто первый убивает, тому там, по-моему, 10%. Всем же дают. Мы сейчас, типа, его убьем, Джайна приходит, нет? Приятно. Да, она, типа, его засейвит сейчас. А сколько у нас попыток осталось, у меня не отображается? 18. А на Джайна вроде попытки 18. Не нужны, да? Ну, нужны, ты чё? Нужны, я. Как это? Кирилл, мне кажется, ты тут? Нужны, они же жаловались. Давай так, спрошу. Но на останки на саппорты будут делиться? В смысле, нихуя не понял. Причем здесь ну, на саппорты? У нас в частых, типа, танки делились на стихии. Я был арканой на первую фазу. Твои джасты, нахуй. Не, я забагал. Заниматься не будем. Так там огонь, там огонь только хуярит. Сейчас непобедимый упадет. Вторые убили, да, или че? Непобедимый 100%, кстати. Третий, да. А, и третий, да, прогрессов 3. А, кстати, Кунки я на ролл не победил. Я предлагаю Кириллу дать. Прогресс убили или что? Да, ну, убили. Вчера, чтобы уже ходил худ к нам. Мы третий, получается. Ебашьте, ебашьте Лича, ебать. Быстрее, кто убьет Лича. Киру! Быстро, мы сейчас вайпнемся. А, блин, у тебя тоже КД все, да? Да, я нажал, блядь, она КД. Все, пришло время бурсить. Кунка ваншоты. 16 минут. Кунка ваншоты, в джасты попали, в джасты. Ваншоты. Раскол сейчас кину, он от кринжа умрет нахуй. Геру дайте, чего как бомжи, блядь, без геры. А кадрил обоих. Массакру дал. Ему раскол стакую. Он умрет сейчас от передоза кринжа. Спирса уже упал. Он крутится-то, дайте в спину бить-то. Чё, он парирует? А, всё. Нет! Да, он испугался стражу. Все, засейва, засала, сука. Победа. Там две глоры. Сука, блядь, такой чувак упал. Пиздец, Крис и Митрис, блядь, охуеть. Как я и гадал. Типа только одному дается первый на сервере или что? Да, только одной. Кто первый убивает, тому первый на сервере. Да, как озябка. Всем дает первый на сервере. А что там упало? Две горы, что ли? Говно ебаное. В смысле говно ебаное? А, ну Крис, как я и говорил. Мета. Да. Этот Крис самый большой дропрейт имеет. Опа! Чё, бум этого ролит непобедимого? Ой-ой-ой-ой-ой. Не понял. Сразу пихнули. Так, и ГП ему двойное сразу сверху, да? Ой-ой-ой. Такой конченый Крис, его. Ух, и одна единичка мастерства. Так, я сейчас Джайну запущу. Смотрите, без ебаны ключи. Так, это своего конфликта. Я так понимаю, что мы... Сейчас Джайну будем смотреть. Не. Блять, идите нахуй. Че, Кунка? 8. А у меня не помогло? А. Че мы ролим, блядь? Печеньку на то, что не выполнил тебя. Опять не ворвался, печенька. Вот, получается. Обычный токен надо кому-нибудь? Зовут. Че, коня уже разролили или че? Нет. Бля, коня надо по-любому сролить, это, в принципе, это топчик.
Победа отдается. Все, кто ниже четвертой строчки, не рулят коня, блядь. Я согласен. Коня рулит сейчас пока что первых точно. Звание D, если вы... Я вам так сразу наперед говорю. Чего еще? Звание смерти выше. Я пообещал. Ну, у меня обычно... У меня персерк, нахуй, охуенно, блядь. Больше. Я с Настей обмен. Ты сам ролил? Ты же сам ролил? Да, 86. Ну, я второй порол. Пойду пушку зачарю. Что, Джайну будем? Посмотрите на нее или пойдем? Это один пул и съебемся, я не верю. А почему нет? Давайте посмотрим. 134 лямы. Ну мы здесь просто дольше будем объяснять. Блять, тут просто объяснять, сука, минут 10. А сколько это? Сколько берса было у Личака на мэн? Ну, типа, убирали. Берса неправильно показывали, потому что в комнатах все мечтает. Там еще 3 минуты до берсы было с чем-то. Кто-то смотрел на сайте, нет? Появилось? Рано еще. 4500. Это дохуя за одного босса. Ну. Нам а сколько вам за леди давал? Сколько? Столько же где-то. Ну, да, где-то 4к. Ладно, хуй с вами. Наныл. Кунка наныл. Кунка наныл? Может, просто кто не знает видос, Подожди. А давайте сфоткаемся у трона. Или вот... одну минуту. Ну, допустим, Фелиция в танк пойдет. Фонарь будет трэш танчить. Нет, нихуя. Фелиция будет маленький танчить. Дермич будет больших собирать. Но фонарь босса. Если так, наверное. Или, блядь, дермича ставить. У нас в джастах ДК вроде танчит. Да, ладно, короче, сейчас просто объясню хотя бы первую фазу, ну, блядь, посмотрите, что к чему. И вторую начало. Сейчас 1-2 пула сделаем, хоть посмотрите. Третью, конечно, потом будет. А чё я на ком? Что... Просто мне надо глиф поменять тогда, если я на пачке. Или я большом. Я в своём... Почему вы сейчас не хотите время, дохуя ещё? Я ж говорю, дохуя объяснять, блядь, сейчас нахуй, ну, тут минут 10 буду пиздеть, нахуй, просто. Скиньте ролик какой-нибудь тактики, я не знаю, пусть челы все посмотрят, прежде чем идти сюда. Ладно, 4 минуты буквально, курнись. Там, подожди, я сколько еще трайв пройдет, пока они научатся на шторме разбегаться-то, ебать. Чё, ты, блядь, здесь выносить лужу на метеоре... Да подожди, не говори, пока мы метеор начнём, пока порталы закроем. Пока закрыть порталы, да. Первая фаза, да, это вообще... Сейчас, сколько людей будет сейчас падать на шторме, подожди нахуй. Сколько трайв мы привычимся к этому еще? Там вообще пиздец. Я не верю, честно. Мне кажется, тут просто unreal. Да, любимая макрос кашит света, блядь. А, макрос еще, да, и все равно после макроса люди дохнут. У меня он даже все еще есть, панельки вон, валяются, блядь. Кстати, это я самый первый предложил могу взять макрос, это в нордах было. Да нет, там половину контрол выделал, половину макрос сразу же писала, просто да все, так что похуй. А я помню, я макрос нахуярил, типа, скинул многим. Он работал, пришли на следующий день траить, короче, они изменили название спелла этого. Помню еще прикол, типа, кто-то писал юз, кто-то писал каст, у кого-то работал, у кого-то не работал. Нету разницы, это пиздец. А не, у части народа не работал, кстати, через юз, когда писали они. Я помню такое даже, у нас было. Я через юз принципиально написал, у меня работало. У меня каст стоял и работал всегда. Вообще нету разницы абсолютно никакой касты. Это ж высерус, он в то время нахуй там одну букву исправит, у тебя поина не работает, поина работает, блядь. Сейчас они сделали так, что две берсы нахуй не стакаются, а они просто друг друга продлевают, ну тоже ебли полная. Не, ну честно сказать, для людей, которые уже убивали Джайну, мне кажется, нужно столько терпения запастись и пива нахуй. Сразу не так пошел, ДБМ обновлю, там ДБМ новый заряд. Да это все равно не то, что раньше было. Раньше мы ее, блядь, еще трали, особо тактики не знали. Причем да, но там
Завеселяем. Поувереннее люди. Ему можно вспомнить старое Т4. Какой нахуй поувереннее, блядь? Я, блядь, в норту пришел, вы вообще на нее нахуй ходить не хотели, блядь. Поувереннее, блядь. Это пиздеж. Не пиздеж. Норды закрывали. Чего это вы не хотели ходить на нее? Тебя не было в гильдии просто. Так я знаю, я на полгода тогда ушел из игры как раз. Я Т5 голову поутал и ушел на полгода. Потом прихожу, а вы уже, типа, это все в норты свалили. Мне говорят, пошли на джай.